Участникам СВО из Новосибирской области оказывают льготную стоматологическую помощь. Военнослужащие имеют право на бесплатное протезирование и санацию полости рта. Как воспользоваться услугой в сюжете Татьяны Кияевой? Выполнять боевые задачи при зубной боли тяжело. Отвлекаешься, не можешь сконцентрироваться. Дмитрий столкнулся с этим на передовой. Мерз, сидел в окопах. Тогда и заболели зубы. Приходилось терпеть. Сейчас мужчина проходит реабилитацию. Воспользовался губернаторским сертификатом. Я попал под программу губернаторский сертификат. За что благодарен. Всем надо периодически посещать стоматологические кабинеты и вовремя лечить зубы, чтобы эти проблемы не возникали в самый неподходящий момент. Участники специальной военной операции из Новосибирской области получают комплексную реабилитацию в рамках губернаторского сертификата. Среди востребованных услуг – лечение у стоматолога, в частности, протезирование. Если участник СВО пишет заявление, что он хочет сегодня стать участником реабилитационного сертификата и нуждается в зубопротезировании, то все участники направляются в стоматологические поликлиники города Новосибирска, в стоматологические поликлиники в центральных районных больницах. Есть отделение, и там они осматриваются, и если есть потребность зубопротезирования, то человек берется на бесплатное зубопротезирование. В регионе льготной услугой по протезированию хотят воспользоваться больше 300 военнослужащих. Бесплатную санацию полости рта могут получить участники СВО, находящиеся в отпуске. Лечение без полиса ОМС можно пройти только с отпускным билетом. Они могут лечиться не только в госпитале, да? Они могут обратиться в любую медицинскую организацию, которая находится территориально ближе к ним, где они проживают, и получить эту помощь, хотя они не имеют страхового полиса на данный момент. Поэтому была благодаря нашему правительству, губернатору, Министерству здравоохранения была реализована как раз вот такая вот программа. Льготное зубопротезирование по сертификату можно пройти на базе стоматологической поликлиники номер 3 и в центральных районных больницах. Санацию полости рта участники специальной военной операции проходят без очереди в 65 медицинских организациях. Татьяна Кияева, Александр Миняйло, новости ОТС.